Приветствуем вас на канале «Просто про бизнес». Это канал для руководителей и неравнодушных сотрудников. Сегодняшняя тема будет полезна для компаний, которые записывают клиентов к своим специалистам и тем самым осуществляют планирование своей работы. Мы научим вас автоматизировать составление расписания сотрудников. В программе есть возможность формировать расписание с учетом различных смен и графиков работы. Например, сотрудник работает 5-дневную или 6-дневную рабочую неделю. Вы можете одним нажатием заполнить для него расписание вперед на любой период времени, хоть на целый год. Это исключает необходимость периодической траты времени на подобные рутинные действия. И это огромный плюс, особенно при большом штате работников. Система легко применит любые графики работы, даже без привязки к рабочей неделе. Например, когда работают двое суток через двое. А какие инструменты для составления расписания применяете вы? Расскажите нам в комментариях. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным. И подписывайтесь, чтобы в следующих выпусках узнать, как можно составить расписание не по сотрудникам, а по помещениям, в которых будут заниматься целые группы. Всем пока!